Осень с холодной и переменчивой погодой требует соответствующей одежды. И это учли продавцы традиционной ярмарки у кинотеатра «Искра». На нескольких торговых точках представлены куртки, пуховики, пальто разных моделей из высококачественных материалов. Еще несколько прилавков порадуют покупателей текстильными изделиями для создания домашнего уютного интерьера. Одеяло, подушки, полотенца, покрывало, махровые простыни, наволочки, наперники, текстиль. Фабрики все разные. Отборный хороший товар. Полотенца у нас японские, одеяло, подушки идут курские, постель у нас турецкая. Традиционно на ярмарках фермеры продают сезонные фрукты и овощи. Видновчанка Анна приходит за огурцами и помидорами только к Надежде Сюдуковой, которая уже более 5 лет приезжает со своей продукцией на городскую ярмарку. На этот раз покупательница решила приобрести популярную в этот период хурму. Выбираю медовые, очень сладкое, а я верю продавцу. Вот и взяла. А вы постоянно, да, посещаете вот эту ярмарку? Да. И постоянно именно вот этого продавца. Всегда. Вот это шоколадная хурма. Когда отрезаете, она должна быть именно шоколадного цвета. И должна быть темная, а не желтая. То есть темно-оранжевого цвета. Привлекают взгляды красочные прилавки с осенними ягодами – клюква, брусника, облепиха, калина. Они помогут укрепить иммунитет и добавить бодрости и энергии. Ну, все берут, и клюква, и облепиха, и брусника, все берут. Они полезные, сейчас все берут. Здесь мне нравится очень хорошая палатка, свежие, хорошие овощи. Претензий нет к ним. Большой выбор белорусской молочной продукции – сыр, творог, сметана. Особым спросом у покупателей пользуется топленое масло. По соседству представлен широкий ассортимент мясных изделий. Сало продаем. Очень вкусное сало, мягкое. С мясом грудиночки очень вкусные. Запеченные продукции есть, все натуральное. На ярмарке есть место и для сладкоежек. Продавец Виктор Молдовану рассказывает, что конфеты, мармелад, халва и печенье изготовлены на кондитерских фабриках Москвы и Санкт-Петербурга. Мы подготовили на любой вкус и цвет, и от самых приторных сладостей до самых нейтральных для людей с сахарным диабетом, без дрожжей и без сахара. Мы подготовились на любой случай. У нас есть песочное, бисквитное, сладкое, несладкое, соленое. Для необычного подарка здесь можно приобрести шоколадные букеты ручной работы, а для детей...